Посмотрите на эту пчелку. Какая клевая пчелка. Thanks for the lift, Launchpad. Launchpad. No problemo. Lift is one of my favorite principles of aerodynamics. Oh, say, you got your radio, Mr. McD? Как его зовут? Я забыл. Great. Then I'll be your eyes in the sky. Oh, I'd be happy if you just keep your eyes on the sky for once. What an airhead. Hey, I heard that. Now then, ancient Incan legends claim the king's scepter was locked away in a giant temple of the cloud. Чем они занимались в это время? And it should be dead ahead. Gee, Mr. McD, I see a lot of clouds, but no temple. You wouldn't, Launchpad. The legend says the temple was hidden away from all the king's Боже, это скучно! Дайте поиграть! Они, вы даже ртом не двигаетесь! Что это за... Ни один ребенок это не будет слушать так долго! Если это детская игра, ну, взрослым насрать абсолютно, потому что не знает, в чем смысл игры. А детишки не будут это слушать. Пошел ты в жопу, понял? Они могут убрать просто это с моего экрана, а? Зря. Надо на нем запрыгнуть. О, да! Я лучше свою палку вообще не отпускать. Играть со своей палкой. Только со своей палкой. I found an ancient coin depicting a nightingale. Бла-бла-бла, древние монетки, мы это все знаем. Боже мой, вы дадите мне поиграть больше, чем одну минуту подряд, пожалуйста. Серьезно? Всем насрать на сюжет в платформерах. What the fuck? Не пойду вниз. Нет, пусть вниз лузеры какие-нибудь. Я же неуязвимый. What the fuck, чуть... Нет, странная пчела. Пчел специально вели, чтобы постоянно не прыгал. Не постоянно прыгал игрок. О, да! Какого хрена у меня всего 3 жизни? Этого мало? Лично для меня. Мне нужен бесконечную жизнь. Я даже не знаю, что я взял сейчас. Почему он не хватился автоматически за... Ой, да пошло все нахер! Да! Замочи пчелу! Опять? Да нам насрать! Просто насрать! Never doubt the well-honed У меня сейчас нервный тик будет. Серьезно, у меня глаз дергает. So, вау, такие потрясающие дела, они такие важные. What the fuck? А сейчас это почему меня задело? Потрясающе просто. Ну это просто отлично. Я приседать могу, окей. И все с самого начала? Да ты нажимай гребаную палку свою! Возьми палку в кулак и не высовывай! Наконец-то! Да я... На них, видимо, рядом с ними вообще прыгать даже нельзя. Хрен тебе! Иди в жопу, пчела! Кто этих пчел сюда вообще поставил?
хера? А как мне зацепиться за другую лиану-то? Надо нажимать вверх. Когда вы рядом с лианой, вам нужно нажимать вверх, чтобы за нее зацепиться. Вау! Это просто потрясающе! Это самое дерьмовое управление в мире! В платформерах! Серьезно? Они понимали, что они делают игру? Ну, это просто потрясающе. Для 2013 года, а не для 1989. Я задел шип. Отлично. Просто потрясающе. Да, нужно вверх нажимать. Я только что точно на нее прыгнул. Нет, игра сказала нет, иди в жопу, сказала. Потрясающе. Отличное управление. Ну, нахера я должен нажимать вверх, когда я рядом с Лианой нахожусь? Ладно, неважно. Наверное, для того, чтобы не задевать за Лиану, но ёпты, как ты... Это будет долго. Это будет долгий день. Get launchpad on the horn. I'm headed to the Amazon. Спасибо. Я надеюсь, что это не надо будет заново смотреть. Господи, серьезно? Потрясающая игра. О боже мой, сраная пчела. Надеюсь, мне не надо будет все заново. Слушай, как он про монеты говорит. Ладно, я ж не буду на бесконечных врагов. Отлично. И мне нужно вот так вот все время нажимать, чтобы... Мне нужно постоянно нажимать будет старт, потом skip cinematic, чтобы суметь пропустить эту хрень. Играю еще каждый раз, когда я беру монетку. Отлично. А они не могли кулдаун дать какой-нибудь? Это просто потрясающе. Я только что одну пропустил, кстати. Монетку. Да пошло все в жопу! Наидерьмовейшее управление на свете! Я только что его убил, и он меня... Как? Это не сраная Call of Duty! Да пошло все нахер, а! Это тупость какая-то пошла! Лучше бы я скачал старый DuckTales и прошел бы его! Ужасно! Да, я к нему даже не подходил, я пошел рядышком, окей. Я не отпускал кнопку прыжка! Вау! Вау! Вау, а сейчас змея не начал подниматься, окей. Каким образом здесь перелететь без проблем, а? Никак. Я постоянно попадаюсь. Блин, на кнопке 6... До хера кнопок, они до сих пор юзают две, как и на Денди. Одна прыжок, другая... Вот эта палка. Ой, да ну вас нахер, а! Вот эта веревка четвертая слева, она как троллит тебе! Ну я, по-моему, осознал, как здесь пробираться. Я нашел секретик. Давайте жизнь мне! Да нахер мне это дерьмо, я хочу жизнь!
Может, здесь, конечно, есть какая-то определенная последовательность уровней, в которой... А, отлично. Все, что я сделал, это прыгнул и нажал вверх. Оп, нет, нет, игра сказала нет, иди в жопу. Иди в жопу. А это что такое? Можешь покупаться в золоте, потрясающе. А, да еще и ачивку за это дали. Охереть, он псих какой-то. Может так делать. Возникает ощущение, что он насилует эту... что это цепь? И вы готовы слушать заново и... Заново все то, что они говорят, да? Вы готовы к этому? А, потрясающе. Вот эти вот ставки сюжетные, они только мешают. Серьезно, чем думали разработчики, когда их сюда вставляли? Это просто ужасно. Они ужасные, во-первых, скучные, а во-вторых, еще и мешают. Третьих уже. Мне еще нравится, когда дают аптечки, когда только начал уровень. Окей. Мороженое, как-то, видимо, пополняет здоровье. А, боже мой, заткнись. Просто заткнись. Да, это пополняет здоровье, видели, да? Вовремя дали аптечку. Убери свою харю! Тупая зеленая скотина, зелебоба! Нет, зелебоба не зеленый. Ну, растишка. Ну, здесь видите, как проходить надо? Если у вас нет монетки, то вы в жопе. То вы в жопе, и один из этих цветков вас хавает. Ужасный дизайн. Вы не можете просто... Вы от одного уходите, второй вас лопает. Задницу эту... Синематографичную вставку. Я нажимал вверх, ничего не знаю. Ой, да пошло все в жопу. А раньше здесь была аптечка, а вот она. Нет, не сосать. Монетка скорее. О, да. Вилли, так что пчела сдохла по пути. Охереть, она в воздухе меня поймала. Еще и назад отбросила. Да. Ужасное управление. Мони. Вау. Неожиданная аптечка. Я нажимал снова вверх! Невозможно! Управление просто ужасное, через жопу сделанное! Дабл килл, детка! Но здесь уже никак! Не надо было, наверное, трогать. Да пошел ты в жопу. Наверное, вниз надо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, чуть не сдох. А нет, все окей. Опять, он на каждую монетку будет что-то говорить. Это серьезно, кому-то это важно? Я буду все пропускать. А, мы эти-то не слушали, я уже по автомату начал пропускать. What the fuck? Опаньки. Ничего мне с этим делать? Надо было прямо сейчас идти. И чё это? Окей. Я... Окей. Ой, да пошло всё нахер, серьезно. Это просто тупо. Надо их выманивать, да, вот таким образом. Отлично, там теперь змея.
это просто отлично. Скажи привет. Понял. Чё за херня? Да пошло всё нахер, серьёзно! Это же просто тупо! Да я не задел даже вашу мать! Да пошло всё нахер! Это же просто чушь! Охереть, говно какое-то! How dare you? Смотрите, теперь она меня задела! Да пошло все в жопу, серьезно! Здесь невозможно пройти! Ну его нахер, серьезно! Это же просто маразм! Вы посмотрите на эту херню! Серьезно, просто посмотрите на эту херню! Что это? Отлично просто! И снова это все скипать, вашу мать! Это дерьмо собачье! Кто это придумал? Охереть просто! Пошли в жопу! Если кому это не нравится, пошли в жопу! Сядьте и поиграйте в эту срань! Потом раздевайте свои гребаные рты! Это дерьмо бесить начало, еще даже не успев начаться! Потрясающая игра! Я ни разу не отпускал кнопочку. Окей. Заткни свое хайло. Тупая сраная пожилая утка. Да посмотрите, он меня поимел два раза просто. Я в жопе. Не или нет? Тут явно надо больше, чем три жизни иметь. Я пролетал мимо! Вы это отлично видели, я пролетал мимо! Нет, игра сказала, ты не пролетал мимо. Игра сказала, иди в жопу. Окей. Тут можно хпшку добыть. Даже две. Одну? Окей. Невозможно запрыгнуть ни на веревку, которая висит справа, ни куда-либо еще. Нет! Фу! Вау, как меня пронесло сейчас! Вау, полная жизнь! Ни хрена себе, вот это поворот! Ладно, я должен с полной жизнью пройти здесь. Но управление, тем не менее, дерьмовое до ужаса. Так, это ладно. Я не понимаю, как здесь не наколоться на... What the fuck?
Я не могу пройти мимо. Ладно, хоть здесь есть сейчас... Я не могу пройти здесь. Вот так намного проще. Ударился и пошел вперед. Все. Вау. А здесь надо таким образом. Это невозможно сделать. Пошло все нахер. Воу-воу-воу, осторожно. Ладно, давайте послушаем, что он здесь скажет. Может, кому-то супер интересно. Вау. Там эта монета показывает мощь копья. Launchpad, what was that? Nothing, boss. I'm sure nobody was using that tree anyway. Okay. Except maybe them. And them. And then also them. Это должно быть смешно, или я должен ужаснуться? Что я должен почувствовать сейчас? А, монеты вот здесь показаны, все понятно. Мне еще вперед нужно пройти. Что это было? Ага, окей, все, я в жопе. Так, мне засчитали туда, монету засчитали. Там даже шипа не было, посмотрите, там была зеленая, только параша какая-то. А, пошло все в жопу, я пойду сверху обойду. И с другой стороны зайду. А все враги зареспаунились, просто потрясающе. Это просто ужасно. Это просто ужасно. Пошло все нахер. Это просто говнище убогое. Убогое, ужасное говнище. Создано для того, чтобы срубить бабла. Дешевое, поганое говнище. Это просто ужасно. Просто ужасно. Да уберите нахер эту пчелу. Я засуну ее в задницу сейчас кому-то. Желательно разработчику этой игры. Главному дизайнеру. Мне жаль тех людей, которые будут играть на клавиатуре. Наверное, это вообще невозможно сделать. Там супер хард мод режим включается какой-нибудь. О боже мой. Я не ожи... Я кнопочку X не отжимал. Onward and upward. Вообще. Слава тебе, Господи. Нет, не будем слушать. Мне абсолютно не интересно, что они скажут. Перейдем, выходим отсюда. Хотя, подождите, может здесь что-то есть? Уи! Нет. Просто нет. Меня абсолютно интересует все, что там есть. Это не для меня. А не важно же, если я даже пробегусь и всех убью, они же все равно восстановятся, да? Да, они же восстанавливаются, что-то туплю так. А, слава тебе, Господи. Главное обойти этих странных растений, кусачих. Пошел вон отсюда, просто...
Он такой, вот я заглянул, о господи, что это было? Да, аптечка, которую не стоило было, не стоило брать. Я схватился за третью лиану, вот этот поворот. Ладно, давайте посмотрим, если четвертая монета будет про копье, то... Понятно то, что... Я нажимал вверх сейчас, ничего не произошло, ну его нахер. Серьезно, ну его нахер. А, окей. Понял, для чего нужна эта лиана и как на нее забраться, вау. Но все через жопу. Чего? Опять этот нонсенс. А, я не посмотрел, окей. Я не посмотрел, а не важно. Да нас врать! Опять мне жизнь отняли. Какого хера, когда я его могу... Неважно. Если он за прикосновение со мной убивается, то это совсем уже глупо. А там была не четверт, по-моему. Found another one. And it depicts the ruling might of a spear. Ну вот видите, опять о копье. То есть здесь каждой монетке, которую вы находите, новый диалог. Нет. Просто потрясающе. Ха-ха, пошло все нахер. Это серьезно, это тупизна какая-то ужасная. Blast, I kinda see a thing. Еще можно как-то впускать X, но он... Я не знаю, что здесь происходит. Так намного проще. Бла-бла-бла. Ну давайте послушаем. Это мы не слышали еще. It shows a shield. You know, I bet those Incans could have minted a whole lot more coins if they hadn't. А может не стоит? Каким-то образом я смог здесь пройти. Поздравляю, респаунщиеся враги, это круто. Это просто 21 век. Давай! Давай, кто кого? Ну, с этим легко справиться. Саново бич, ну ладно, прогресс сохраняется. Все, мне больше сюда не надо. Так ведь? Так ведь. А, oh, fuck you. Ай-яй-яй, не то дело. О, не туда пошел. Пошло все нахер! Ааа, дерьмовое управление. Да жопы дерьмовые. Последнее. А, это было последнее? Aha! This coin bears an image of the scales of justice. Just what I need to help me find the scepter. You know, Mr. McDee, I had a thought. Launchpad, why start now and spoil a perfect record? That's a good question. Oh, well, боже. I don't have all day. What was your thought? Come to think of it, yeah, I forgot. Launchpad, were you dropped on your head much as a child? Да, ланчпад он такой. Слава тебе, Господи.
Я прошел. Чуть дальше. Come in, Launchpad. I found something. There's a carving of Manco Capquack on this stone slab, and there's 8 circular notches around it. Sounds great. Does it tell us how to find the treasure? Well, I'm not sure what it tells us, but I'm certain it's an important clue. Bless me, bagpipes. These coins I found will fit perfectly into those notches. Oh, you must have come across an ancient poker table, Mr. McDee. How about I come down there? А как насчет того, чтобы заткнуться, и я пошел you дальше? You come down here, and I'll deal you a blow to the head. You're supposed to be keeping an eye out for trouble, remember? All right, trouble spotting it is. Launchpad, what if the images on these coins symbolize the various tribes of Mongol Capquack Empire? Maybe if I surround him with them. Я с самого начала понял, что... Ах, no, it's not working. Hey, maybe you need to say the magic words. Or maybe not. Magic words, fuck you! Will you look at that? The ancient city of Manco Capquack. And that beam of light. It must be pointing to the Temple of the Clouds. But how am I going to get across? Up here, Mr. McDee. Окей, главное не упасть. Нет, ребят. Просто едем вверх. Ай-яй-яй. Ай, я жопкой собрал. То есть вы узнали, что Скрудж Макдак может приносить в своей жопе кристаллы. И алмазы. Или бриллианты, что это там, хрен его знает. Oh, I did it. I found a legendary temple of Manco Capquack. И катсцена на 10 минут. Видимо, Кодзима работал над этой игрой. With a little help from your old pal, Launchpad McQuack. Oh, of course, Launchpad. I couldn't have done it without you. Now just hold on. Я хочу уничтожить твою фору. Я уже собираю свой рюкзак и еду к ним. Вейфорд, вы куски говна, который ничего не умеет делать, только просирать классику. Ух ты, мать твою. What the fuck? А как мне бы это было узнать, вашу мать? Еще и всю жизнь отняли! Да сосите вы палец, вашу мать! Я надеюсь, здесь есть хотя бы вкусняшки какие-нибудь. Я очень надеюсь, что здесь есть здоровье. Потому что это был сраный нонсенс. Сраный тупой нонсенс. Это было просто ужасно. О, здрасте. Миссис Бигли, what are you doing here? I'm just making sure you stick to your diet, Mr. McDuck. Слава тебе, Господи. You're worth your weight in gold, Mrs. Bigley. If you'll pardon the expression. Пока они говорят это, все эти бонусы исчезнут. But I'll find my own way out, thank you very much. Это мой любимый персонаж уже. Окей, спасибо еще раз за ачивку, конечно. Пошел нахер. Не туда! Ой, да ну его нахер!
Он меня не задел, не задел, фу. Как меня может убить наконечник копья? Как? Я понимаю еще. What the fuck? Да пошли в жопу, понятно вам? Просто ужасно. Ай-яй! Ну там по-любому что-то есть. О да! О да! Что я сделал? Вау, миллион! О да, детка! Правда, я сейчас обосрусь где-нибудь. О нет, а вот и ХП. Я выживу, надеюсь, с одной жизнью. Субака! What the fuck? Oh no! Ну все, заново уровень проходим. Ужасно. Все заново. Я пробую другой уровень. Потому что это просто херня галимая. I'm Gyro. Our next stop's Africa and the center of the earth. What treasure do you think you'll find there, Uncle Scrooge? Only the largest gem known to history, the giant diamond of the inner earth. Просто ужасно. Ужасно. Серьезно? Вот DuckTales на NES был такой сложной игрой? Серьезно?